Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни, и мы продолжаем играть в игру Walking Dead, эпизод 4. Что ж, мне кажется, Ли встрял. Он проник в канализацию, а вся его группа осталась наверху. Точнее, часть группы осталась в доме. Это Амит, Криста и Бен. Должна была остаться Клементина, но она зачем-то поперлась за нами. Ну и, собственно, она с Кенни и с новой нашей, не знаю, попутчицей, Молли. Они остались наверху. Они успели залезть, а я не успел и спрыгнул в канализацию. Куда она меня приведет, вообще понятия не имею. Надеюсь... Да, ты прав. Надеюсь, назад я смогу выбраться. Я имею в виду к дому. Мне договорились с Клементиной, что они встретятся у дома. Мне кажется, через эти решетки вообще бесполезно проходить. Нет? А ну хотя это к реке может выводить решетка. Это может быть. Не можешь. Значит, сюда пойдем. Так, здесь у нас ничего. Ага, вот и слив. Больше ничего. Давай, только не. Только не упади, Ли. Я знаю, ты очень любишь разбивать свою башку. Но не надо. Здесь тебя никто не спасет. Нормально? Не споткнешься? Красавчик. Кто там, крысы? Что ты глаза закрыл? Да, это не очень круто. Зачем тебе дохлая крыса? Ладно, на всякий случай возьми. Не знаю зачем. Ладно, убедил. Так, ниже нам не надо. Что там за проход? Сможешь открыть? Не, не хватит сил. Что у нас тут? Какой-то вентиль. Это дренаж. Дренаж. Где они хрипят? Над тобой ли? Как ты собрался? О. Отсюда выбираться. Блин, ребятки. Так, ладно, пойдем. Я думаю, как раз пригодится крыса. Я, конечно, понимаю, что ты брать ее не хочешь, но... Почему? Ты бы мог ее кинуть? И все? Блин. Придется что-то придумывать. Даже не видят меня, да? Ага. Можно пустить на них воду. Давай. Нам надо вентиль найти. Ага, вот и вентиль. Так, дальше тебе пока не надо, да? Ну-ка. Значит, закручено, давай. Другую. Потекло. Туда хоть потекло. Ага, привлек внимание. Пусть поиграются с водичкой. Shit. Да, это не есть круто. Сюда ты не пролезешь. Ага, все-таки идешь туда, да? Подожди. Забирай вентиль. Тебе не зря дала Молли крюк. Ты как раз можешь открыть эту решетку. Так ведь? Ой, молодец. Ну вот и все. Теперь осталось отвлечь их водой. Блин, ну она здесь прям стоит. По-моему. Да, по-моему, здесь стоит. В этот раз ты тоже не хочешь крысу брать. Ладно, попробуем пройти. Ну он же вот рядом с решеткой стоял. Зомби этот.
открывай. О, отлично. Теперь тебе пора валить. О, это же Чак. Блин, реально Чак. Капец. Все-таки он не выбрался. Не скажу, что мне его прям капец как жаль, но... Блин. Я и привыкнуть к нему особо не успел. Но все-таки это один из выживших. Один из моих друзей, так сказать. Все? Все прошли? А покупайтесь пока. Блин, Чак. Мне жаль. Ты же ради нас... Вроде нас остался. Не знаю зачем, правда. Разумно. Что ж, ты был с нами какое-то время. Мне жалко тебя. Ну что поделать. Зато теперь я знаю его судьбу. Вырубить ее хочешь? Ну давай. Воу! Твою мать. Блин, Ли, что там? Давай. Давай, пробуй, пробуй, пробуй отцепиться, давай, быстрей. Стрелять не вариант, Ли. Ты привлечешь внимание. Давай. Лупи ее. Все, отлично. Фух, они даже не заметили. Отлично. Там есть выход? Нет, туда не пройти. Пойдем прямо. Что у нас тут? Решетка, сломанная лестница, знак. С лестницей, походу, все. Блин, это рация с ромашками. Тебе так идет ли? Отлично. Но ты не допрыгнешь. Да и с крюком навряд ли ты до туда долезешь. Не ошибись только. Опа. А за знаком у нас что-то есть. Так, давай смотримся. Что это за место? Нифига себе. Так, я быстро смотрю внизу. Варианты ответа. И полезем туда. Так, хорошо. Решетка не вариант. Что у нас с дверью? Сможешь туда зайти? Ну, мне кажется, раз открыли проход, то ты даже к двери не подойдешь. Давай. Просто проверим. Отлично. Ладно, остается только сюда идти. Что же нас ждет там? Бедный Чак. Что это за место? Ядерное убежище? Охренеть. Ого, сколько здесь запасов. Офигеть. Блин, если здесь никто не живет. Хотя вот если здесь выдал, блин, проход, то, возможно, кто-то здесь и живет. Да, это правда, это точно. Ладно, давай, попробуем выйти отсюда. Надеюсь, там никого. Опа. Привет. Тихо, тихо. Старик, успокойся. Мне не нужны неприятности. It's okay. I don't want any trouble. Neither do we. Which is why you'd do well to turn around and leave. Нет, ребят, туда я не пойду. Look, I'm sorry I disturbed you folks. I'll just be going. You can't let him leave. He's from Crawford. If he goes back there and they find out we're down here. Are you from Crawford? They don't lie to me. I know. Where else can he be from? Everywhere else around here is dead. I think you better start talking. I'm not from around here. I'm from Athens. Grew up in Macon. I have a brother in Macon. You were there? How was it? As bad as here?
Да, друг. Там так же плохо. What do you want me to do? Shoot him in the head? Why not? Be more of a mercy than anyone from Crawford ever showed us. Think, Vernon. What do you think they'll do if they find out we're down here, right under their feet? Слышишь, подстрекала. Right. I'm sorry. Я не из Кроуфорда. Take the risk. I'm not from Crawford, but I saw what they did up there. It made me sick. I'm not like them, and I don't think you are either. I think you're a good man. Тихо, тихо, Ли. Keep back, or I swear I'll shoot. Ты меня пугаешь больше, чем It's all right. старика. It's okay. Vernon, what the hell are you doing? Вот и все. Vernon! Да тихо, тихо, я вас убивать не буду, что вы. Придурки, что ли? You're really not from Crawford? Нет. No, I'm really not. Well, we are, or were. We got out of there when they started sealing up the place. We'd not be sick in the old, so the perfect survivor society wouldn't be threatened. No room for weakness or vulnerability in their little master race. You don't look that old, so you're sick? We're sick. We're all members of a cancer survivors group that used to meet here at the hospital. We're in remission. But that wasn't good enough for Crawford. They'd already rounded up five of us before the rest of us managed to hole up and hide from them down here. This old basement's been abandoned for years. What is this? A morgue? Yeah, irony's always high on my list when I'm looking for a place to survive. How did you find your way down here? Благодаря ходячим. A few of us got boxed in by walkers up on the street. Came down here trying to get away. Now I just want to get out of here and get back to my own people. Well, that sewer system you came through runs all over the city. It'll take you wherever you want to go. Это хорошо. Ладно, попрошу помощи. Sewers are like a damn maze. Any chance you could help me find my way back? Look, I'd like to help you, but we've all got our own problems. Two of our group are sick and need constant care, and I'm the only doctor here. Никто из них не может помочь. Ты стерва. Я должен вернуться к девочке. Не буду я им врать. Just want to get back to my people. Back to Clementine. She's your daughter? Нет. Нет, не моя дочь. I'm doing what I can. You're not seriously considering going with him. It's all right, Bree. I had a daughter too. Lost her in the first days. I'll be damned if I'll just sit back and let that happen to someone else. We need you here. Don't. Ты можешь не уходить. Может быть, кто-то другой хочет проводить. Например, эта стерва. Я ее просто выкину, когда она мне перестанет быть нужна. Что ж, видимо, не все так плохо. Если я не соврал, я имею в виду. Сказал правду. Вы чего лагаете, ребят? Интересно, вы устроились, конечно. Клементайн? Ого, Клем? Вы уже добрались? Быстро вы. О, ты уже здесь? Молли? Молли. О, hey, you made it back. Who's this? Я не знаю. He didn't tell you about me? Understandable, I guess. I'm the one who put that beating on him when he tried to jump me back at the river. Ты теперь меня подкалывать будешь, да? Где Клементина? Where's Clementine? She's around here somewhere. Relax. I got her and Kenny both back safely. You're welcome, by the way. Спасибо. I think you have something that belongs to me. Нет. Жадина. Давай, удачи. Хотя я успел бы тебе сечь. Я просто не успел джойстиком дотянуться. Ли, thank God you're back. Krista, what's wrong? It's Omid. He's gotten worse. Much worse. Что ж, это плохие новости. We have a man wounded. Who's Зато у нас есть врач. This это хорошо. He's a doctor. Oh, thank God. Не зря же я его позвал с собой. You have to help us. Please. Вернон. Давай, по-братски. I'll see what I can do. Take Спасибо. Me to him.
А мне надо поговорить с Клементиной, наверное, и с Кенни. Ну что ты там, Амит? Опять притворяешься? Oh, honey, you're gonna be all right. Lee brought a doctor. All right, let's take a look at him. I work better without an audience. I'm sure you have more things of your own to attend to. Ты прав, Вернон, правильно? А Молли уже смоталась? Клементайн. Клементайн? Отлично. Теперь я могу погулять по второму этажу. Так, ты отсюда вышел? Давай проверим. Да. Everything okay in there? We're fine. Just leave us alone and let the doctor work. Так, значит, где-то здесь Кенни, Бен и Клементина. Блин, Бен, собака, опять не досмотрел за Клементиной. Здесь есть что-нибудь? Нет. Так, давай сюда заглянем. Clementine, you in here? Это кабинет. В кабинете навряд ли что-то интересное есть. Зачем тебе диван использовать? Хороший диванчик. Что в ящике? Clementine? Ничего. Так, тоже ящик. Clem, you in here? Ты теперь все ящики будешь проверять на наличие Клементины? О, рисунок Клементины. Clem's drawings. But where is she? Прикольно она меня нарисовала. Да не переживай, ты ли, она где-то здесь играет, может быть, тусит. Clementine, you here? Пойдем в окошко посмотрим. Думаешь, она на чердаке? Don't see her out there. Посмотри на чердак. Может быть, она там? Clementine, you up there? Нет. Shit. Where could she be? Да не переживай ты так. Здесь? Что это вообще за комната? Hello? Hello. О, Молли. Ты все рыскаешь здесь. What are you doing? Oh, you know, just poking around. You won't find anything. We already searched the place. You'd be surprised what people miss. Trust me, I've been doing this for a while. Ну что ж ты нашла? Where's Clementine? Don't ask me, I'm not her keeper. Hey, do I look like I'm in the mood to be jerked around? Where did she go? Last I saw, she was downstairs with your redneck friend and that college kid who hangs around with him. Why don't you go bug them? Хорошо. Ну, для начала я тоже осмотрюсь. Все-таки интересно, я на втором этаже не был. Может быть, что-то интересное найду. I don't care about that. I just want to find Clementine. Тогда зачем игра позволяет мне смотреть на это? Sign of her in here. Ну? С Молли можно поговорить. Так, здесь ничего. Что у нас тут? Спальня? В смысле? Что-то я не понял. Я же не с той стороны зашел. А вот с этой. Ну ладно. Молли? Молли? Повернешься ко мне лицом? I told you, that girl isn't with me. Go ask your buddies and quit bothering me. Да я с тобой вообще про ситуацию в городе хотел поговорить. Ну как хочешь. Так. Это что? Вот это. Это странно. А, все, понял. Это-то вторая дверь. Ладно, ничего не остается, как спуститься вниз. И, видимо, поговорить с Кенни. Клем? С Беном. Клементайн? Да что ж ты так переживаешь, Ли? Все в порядке, она где-то здесь. Клементайн! Come out, please! Может быть, она не в квартире, не в доме, вернее. Может, она где-то там тусуется. Во дворе. Doesn't look like she's in here. Ну, здесь ее нет. Так, туда потом. С ребятами поговорим. А, Kenny? Бухаешь, Кенни. О, ты уже в зюзю. Oh, hey, you made it back. Good job. Good job. What the hell do you think you're doing? What does it look like? Накидался парень, что... Where'd на что это похоже?
На столе он ее взял. Дурак. Там где было. Кенни, спокойно. Take it easy. Think you've had enough. To hell with you. Getting wasted's not gonna help anyone. Yeah? Well, what is? We are fucked. Molly said there's not a single boat left in Savannah. No way out. We got walkers all around us. That crazy fuck on the radio messing with us. Hell, if now ain't the time for a drink? Я не против лично. Пускай бухает. Он своих родных потерял. Бен. Ты меня бесишь. Придурок. Надо с тобой поговорить по поводу Клементины. Да пора уже тебе всечь. Справа с левой. Чтоб ты в себя пришел. Doesn't look like she's in here. Ну, пойдем всечем, Амух. Есть такой вариант разговора? Have either of you seen Clementine? Damned if I know. Gotta be around here somewhere. Ben, I gave you one job when I left here. Take care of Clementine. Then she shows up out on River Street looking for me. What the hell happened? Hey, don't put all that on me. Omid took a turn for the worse. В смысле, ты не виноват? I'm sorry, I'm doing ты должен смотреть за ней. She was frantic and things got kind of crazy. Этого было недостаточно. To stay put. What else could I do? That's not good enough. Whatever. Don't give me that whatever shit. Just tell me where she is. I think she went out to play in the backyard. On her own, with no one watching her? Man, will you get off my back? She's fine out there. She better be or it's your ass. Да, Бен, ты меня в натуре уже бесишь. Клементайн? Клементайн! Где же ты есть, Клементина? Сарай. Забор. Могила. В мурке тебе нету? Навряд ли. Здесь ничего нового? Нет, он даже не вылазил. Мне кажется, она в сарае. Хотя хрен знает. Не могли же ее похитить. Но здесь ее нигде нет. Неожиданно мне весь осмотрел. Блин, может она в кустах сидит. Спряталась от меня. Ну что, и от меня прятаться только. Так, домой можно вернуться. Что у нас в сарае? Уголь. По-моему, там кто-то есть. Doors covered in vines. Don't think anyone came in through there. Здесь есть вход другой. Блин, да ладно, открывай. Ты же можешь шибануть, если что, по лбу. Или выстрелить, в крайнем случае. Если там зомби. О, а вот и девочка. Что ты там делала, Клементин? Что ты тут делаешь? Исследователь, блин. Что ж ты там нашла? Ты помощница маленькая. О, вот это поворот. Вот это отлично. Я думаю, Кенни обрадуется. Охренеть, это грубо. Ого. Оу. Охренеть, я при ней не буду говорить. Ну что, Кенни, ты доволен? Разуй глаза, придурок. Смотри, что мы нашли. Ай, молодец. Ну что, Кен, иди проспись. Завтра ты уже на лодке можешь плавать. Ну что? Кто это? Вернон? Ну как там, док? Как там, Амид? А Молли, ты что с нами сидишь? Насмотрел, свали отсюда. Тебе лишь бы подурачиться. Как дела у Амида? As well as can be expected under the circumstances.
I did what I could for him. Cleaned out the wound, but he's got a real infection. Running a fever. Without antibiotics, I... Will you quit pacing? You're making everyone nervous. Why are you even still here? Hey, if your friend really can get that boat working, you're taking me with you as payment for saving your asses. I figure that's fair enough, don't you? Ну хрен знает. Я подумаю. Well? You want the good news or the bad news? Давай с плохой. Let's get the bad news out of the way first. Bad news is, she's not taking us anywhere the shape she's in right now. Gas tank's empty and the battery's dead. Ну это не так уж плохо. So what's the good news? That's it. That's all she needs. Some gas and a battery. Other than that, she's good to go. Аккумулятор найти не так сложно. Давайте поищем на улице. See what we could find. That's not gonna work. Crawford took everything and brought it inside their walls. They siphoned every gas tank, stripped every battery. There's nothing left out there. You saw that for yourselves. She's right. Что ты предлагаешь в Crawford? Sounds like they'd have everything we need. Maybe we should try there. Ну, там же... Surely we have to try. If there are people left in this city who are still alive, who still have supplies, what harm can it do to ask? Trust me, you don't know. Да, они не согласятся. I do. You showing up with a wounded man might as well put a noose around his neck. They don't exactly welcome children with open arms either. What the hell kind of a place are we talking about here? The worst kind? But I don't see what other choice we have. And just how exactly do you figure we do this? Ну, не знаю, к ним присоединяться. Because from what I've heard, that place ain't exactly friendly to outsiders. Может, договоримся? That's putting it mildly. We negotiate with them like civilized people. We must have something they'd be interested in taking in trade. Negotiate with Crawford? Once again, I have to remind you. You have no idea what these people are like. They'll take what they want and then decide whether or not to let any если of you много, live. So what? Навряд ли мы что-то no сделаем. One has any ideas? There might actually be a way. I know the sewer system that runs beneath Crawford like the back of my hand. Y'all wouldn't happen to have a map by any chance? Есть. Yeah, actually. Ты хочешь пробраться к ним? I think I could lead us through so we could pass under the perimeter and right into the center where they keep their supplies. We come up right underneath them, take them by surprise, grab what we need and get out before they even knew what hit them. Okay. Что ж, это похоже на план. It's not bad. That's better. I've thought about it before, just never had the people to do it. But I think if we all work together, we could pull it off. Мне кажется, what do you want in return for all this help you're giving? Что у нас слишком много. Crawford doesn't just have what you need for your boat. На одну лодку. They're also well stocked with medical supplies, medicine that my people could use, just as yours could. We can do this. Ага. We have to. Ты хочешь свои медикаменты достать? So, it's decided then. We're going to Crawford. Всех это устраивает. Anyone have a problem with this plan? Because we're gonna need every one of us to pull this off. Man, I don't know. I don't know about you, kid, but I'd rather take a chance on doing something than just sitting around here waiting to die. That boat out there is an answered prayer. Just gotta push a little bit farther. Are you in or out? We should go tonight. Насчет медикаментов, это правда. I'll go let my people know. Give you all a chance to prepare. I'll be back before midnight. Be careful. That's how I'm still alive. I told you to stay in your room. How long have you been there? Is it going to be dangerous? Is what going to be dangerous? Crawford. Нет, не волнуйся. No, don't worry. We have a good plan and good people. We'll be in and out before they even know we're there. Мне кажется, она умнеет. Trust me, don't you? Yeah. That's my girl. Она уже... I guess I should go get ready. С несогласием верит. You said you'd need all of us to do this. And you said I'm a big help, remember? Помощница, Molly said Crawford is the only place left in Savannah that still has people. That means it must be where my mom and dad are, right? Возможно. Это опасно для детей. Where I'm going, it's just too dangerous. For children especially. You said I'm supposed to always stay close to you. Блин, Клементина, не настолько всегда.
когда есть безопасное место. Я не знаю. Подвергать ребенка опасности. Он же обидится на меня. Ладно, будь что будет, можешь пойти со мной. Окей, ты можешь прийти. Но ты должен пообещать стать тихим и делать то, что ты сказал, когда мы там были. Окей, я буду готовиться. Буду следить за ней. Она же со мной будет, а не опять с кем-то. Лучше пусть со мной, чем с местными. С Беном там, с Молли. Ну что вы, ребят, план разрабатывайте. Вам поскорее уже заканчивать. Криста, ты тоже с нами? Ты хоть стрелять-то умеешь? У Молли оружия нету. Hatchet, hacksaw, some other tools. Might come in handy on this little break-in. Nice. Can I talk to you a minute? What's up? I took another look at the boat. She's a 30-footer. So? So, we're gonna have a capacity problem. Assuming everyone makes it back alive, there ain't gonna be room for everyone. What are you trying to say? Just giving you a heads up is all. Thought you ought to know. Ты зачем меня сюда привел? На эту стерву. This is Bree. She can help us. Чем она нам поможет? Как? I was a student at the school where Crawford keeps their supplies. I know the layout. With her help, we're in and out faster. Anyone have a problem with that? I guess not. Then what are we waiting for? Да. Это достаточно весомый аргумент. Хотя она мне не понравилась изначально. Это Бри. Бри же? Да, Бри. You ready? Ready. Hey, whoa, hold on a minute. You're not taking her with us. Did это мое решение. Anything I said about the kind of place Crawford это is? Не обсуждается. If you take her in there and they find her? This isn't up for debate, Vernon. Decision's made. For what it's worth, I don't think it's a great idea either. She's coming. Deal with it. You heard the man. Let's move out. Спасибо, Кенни. Я беру всю ответственность на себя. За девочку. Лучше уж я, чем кто-то из вас. Это уже пару раз не уследили за ней. This should be it. We're right underneath the center of Crawford. The old school should be directly above us. Okay, people. This is it. Remember the plan. We stay quiet. We stay hidden. And we stay together. We find what we need, and we get the hell out before anyone even knows we're there. Got it? Далее. And that part about staying close, that goes double for you. Давай, Клементин, ты меня не должна подвести. Ну что ли, готов? Can't get a good look above with the cover on. Достаточно логично. Так, мы вылезли Let's в школе. Отлично. Where is everybody? There should be guards patrolling. What? You disappointed? It's just strange. Так, да? I think I see one over there by the door. Думаешь, это охранник? Okay. Me and Kenny will sneak up, try to take him out quiet. The rest of you wait for our signal, then follow us over. Everybody got it? Okay, Kenny, let's do this quiet. No shooting unless there's no other choice. Я бы осмотрелся на вашем месте, ребята. Ну что? Блин, я не знаю. Хорошая ли эта идея? Нет, это зомби. Это зомби. У него куртка в крови была. Я видел. Охренеть. Так может здесь уже никого не осталось? Еще один зомби. What the fuck is a walker doing inside here? Get inside, fast! Ну все, ребята. Походу Кроуфорд захватили все-таки. Отлично. Я думал, конец четвертого эпизода. Слишком бы короткий он был. Воу.
пугаете меня. Ну давай, Бри, рассказывай, куда нам дальше. Да хрен знает. Я так не думаю. Ну подпереть двери я бы подпер. I thought this place was supposed to be secure. What always happens, I guess. In the end, the dead always win. Oh man, we are so screwed. No, this is good. Ну вообще да, Бен прав. Vernon's right. We can deal with walkers easier than armed guards. I agree. So long as we don't let them box us in, we can still do this. The plan hasn't changed. The plan hasn't changed? Every time walkers show up, the plan changes. Do you even have any idea how many of them are out there? Бен. No. You want to do a head count? Or do you want to get what we need and get the hell out of here? Не странная херня, Come Бен. On. I think I know which way to head. Хорошо. Пойдем. I got a bad feeling about this. Крест на 22-м кабинете. И здесь крест. Видимо, тут уже зомби есть. Just keep moving. Согласен. Here. Что у нас тут? Looks okay. Everybody in. А зачем нам это делать? Закрепляться в школе? Что ж, неплохо. Симпатичное место. Только что вы хотите здесь найти? Ага, Эрмали. Ожидаемо закрыто. Looks like they were using this room as some kind of command center. Мне тоже так кажется. So now what? Where do we start looking? Может, нам стоит открыть ту дверь с припасами? Here. Что там? Just give me a sec. Автопарк, переулок, охрана. Не успел прочитать. Туалет. Медикаменты. Where would be the best place to look for medicine? Right here. Nurse's station. They were using it as a medical facility. Хорошо. How do you know that? Спалилась. Just makes sense, doesn't it? А значит, и отсюда. Где у нас горючее? Where can we find some fuel for the boat? Наверное, на парковке? There's a maintenance shed across from the playground here. If they were storing fuel, that's probably where it'll be. So then we just need a battery. This auto shop. It's right next door. Yep, it's called Herman's. You can't miss it. Okay, I'll make the run to the maintenance shed for the fuel. It'll be faster if I go with you. I can take you right to it. I'll come too. No, two people's enough. You stay here, see if you can use any of those tools we brought to get that armory door open. We might need to shoot our way out of here. I'll go for the medicine. I'll come with you. I know what to take. Отлично. Okay. Guess that means me to go find us a battery. I'll go with you. Watch your back. Okay, we've got a plan. Everyone be careful. Клементина, Молли и Ли. We'll all meet back here. Good luck. Блин, опять Бена с Клементиной оставлять. А ты спалилась, Молли. Ты была здесь. What about me? What can I do? Чем-нибудь полезным. Порисуй, например. Stay here with Ben and watch over our command center. I'm putting you in charge of it, okay? You're leaving me with Ben? I'm not leaving you with Ben. I'm leaving him with you. Understand? Да, так правильней. Oh, okay. Присмотри за ним. Молодец.
Надеюсь, здесь ничего такого не произойдет. Вам бы закрыться вообще по-хорошему. Ладно, думаю, на этом закончить эту серию. Продолжим осматривать школу в следующей серии. Не забудь подписаться, поставить лайк. Ну и всем пока!